Программу представляет компания «Окна СОК». «Окна СОК» вместе с вами 15 лет и 15 зим. Предмет, который может избавить вас от навязчивых насекомых, стать частью вашего интерьера, а также гарантировать безопасность вашим детям. Начинается на О, 4 буквы. Окно! Оно самое. А вы хоть раз задумывались, сколько функций у этой неотъемлемой части любого жилища? Особенно сейчас, когда ваши апартаменты атакуют и комары, и тополиный пух. Что еще может защитить от непрошенных гостей лучше, чем ваше окно? Точнее, москитная сетка. Выбирая эту защиту, прежде всего нужно обратить внимание на то, из чего она изготовлена. Материал должен быть прочным, но при этом пропускать воздух. Помните, через крупные ячейки в помещение будут проникать вредители, а мелкие не дадут воздуху попадать в ваше жилище. Качество самого профиля тоже имеет огромное значение. Идеальный вариант, пожалуй, профиль шестикамерный, шириной 88 мм. Такой и выглядит пропорционально, и при этом максимальную тепло- и шумоизоляцию обеспечивает. Кстати, кто сказал, что окна могут быть только белого цвета и только приевшиеся прямоугольной формы? К вашим услугам сегодня нестандартные конструкции любой конфигурации, самого смелого цвета. Здесь все зависит только от вашей фантазии. Еще одно актуальное решение – витражные стекла. Такими можно обыграть раздвижные системы любой геометрии. Они помогут поиграть с пространством, объединить или разграничить его. Подумали об эстетичности вашего окна? Будьте добры позаботиться о его функциональности, той, что обеспечит безопасность не только вам, но и вашим детям. Я о детских замках, блокирующих ручку. Ну а законченность вашему стильному и безопасному оконному ансамблю придадут откосы, в идеале металлические. Сформулировав в уме все свои требования и собираясь за новым окном, знайте, контор, которые готовы предложить вам свои услуги, десятки, а вот тех, кто проверен временем, лишь единицы. Так что не ленитесь интересоваться возрастом и репутацией фирмы, ведь если компания есть чем похвастать, значит, вам не придется жалеть о покупке.